У Дніпрі розробили нові правила розміщення вивісок та банерів. Всі фасади будівель хочуть розчистити від хаотичної реклами та привести її до єдиного стандарту. Вона не повинна ховати архітектуру міста та знакові історичні об'єкти. Також не повинна заважати містянам. За правильним розміщенням банерів, вивісок та вітрин у місті повинен слідкувати головний художник, якого не було років 15. Нарешті він з'явився та вельми активно із командою взявся за роботу. Та реклама на фасадах із дозвільними документами залишиться на своєму місці до термінів, що вказані в договорі. Новий підприємці отримають вже з урахуванням нововведень. Правила, пояснюють розробники, не забороняють, лише підказують, де саме можна розміщувати, що і як. Після того, як рішення прийме міська рада, розміщувати рекламні конструкції на будинках можна буде лише за погодженням. Нельзя будет вешать где попало на фасадах здания, что фасады здания – это архитектура, и закрывать элементы архитектуры совершенно, их не учитывая, этого невозможно будет. В принципе, вся реклама на фасадах будет разрешена, то есть ничего, мы никого не ущемляем. Единственное, что может быть на практике это может быть чуть-чуть меньше размеры, но это очень логично, потому что в первую очередь это фасад здания, а во вторую очередь магазин. Первое важно для бизнеса, что будет понятно, как вывеску делать. Дальше. Стоимость вывески всегда зависит от того, как вывеска выглядит. Если вывеска сделана правильно, она вешается, и в первую очередь бизнес не имеет проблем с какими-либо проверяющими, контролирующими органами. Это очень важно. И он понимает, как это делать. Тоже это важно. І на продовження теми поспілкуємося із гостем нашої студії. Це головний художник Дніпра Сергій Білий. Сергей, я говорю вам здравствуйте. Вы первый раз в эфире 9 канала. Здравствуйте, да, первый раз. Ну, действительно, 15 лет в Днепре не было такого понятия, как главный художник. И вот мы наблюдаем человека с такой должностью. Поскольку сегодня произошло совещание, нарада, не знаю, как оно у нас там правильно называлось, но тем не менее, да. Языком оперативников, по горячим следам, к чему пришли? Собственно, сейчас не было целью сегодня именно к чему-то прийти. Это было расширенное заседание рабочей группы. Мы обсудили, нам важно было сегодня выяснить мнение горожан, и не только горожан, и чиновников, то есть по нашим принципам. Эти мнения мы собираем, обрабатываем и приводим правила, наши принципы, уже в готовый вид, который он примется на исполкоме города. Ну, насколько я понимаю, бардак. С наружными вопросами не только в Днепре, но, наверное, в любом практически городе нашей страны, да, Украины, но тем не менее, насколько все запущено вашими глазами? Да, ну вот некоторые здания, некоторые фасады города люди не видели лет по 10, если не больше. Вот, поэтому, да, запущено. Насколько, сложно сказать, потому что... Может быть, если мы подождали еще десяток лет, мы бы увидели, что еще можно ухудшить. Но надоело, вот, наверное, надоело. Надоело не только громаде города, да, надоело властям, что, безусловно, прекрасно, когда власти понимают, что действительно вот здесь нужно что-то изменить, то все это происходит. Ну, мы прекрасно понимаем, что наружная реклама – это достаточно большие деньги. Вообще вот то, что вот этот рассадник, хоть какие-то деньги в бюджет попадают или нет? Вот не знаю. Ну, в смысле, наверное, ЖКХ попадает, но вопрос не в этом. Сейчас, смотрите, я хочу уточнить. У нас сейчас мы говорим о принципах размещения рекламы на фасадах города. То есть, когда люди говорят о рекламе, это подразумевается там отдельно стоящие конструкции, там брендмауэры на фасадах, пока не об этом. Вот именно речь идет о рекламе и вывесках, и табличках на фасадах города. Это то, что загораживает архитектуру пока. То есть, если говорить потом, я, может быть, буду говорить, или вы спросите, мы будем говорить о планах, то тогда да, я скажу, что мы будем думать о принципах отдельно стоящей рекламы, там расположение МАФов и все прочее, то есть, чтобы город привести в порядок, ну, со всех сторон. Но если говорить о фасадах, сколько времени необходимо для того, чтобы ну, более-менее привести все в порядок? Понятно, что есть сознательные, есть не очень сознательные, то есть там придется принудительно как-то избавляться от этих вывесок. Хочется ответить честно. Я не знаю, если честно, но это нужно начать и не заканчивать. То есть вот времени бесконечно. То есть это билет на войну?
с нерадивыми рекламщиками. Да, всегда. Это нужно, то есть, да, какой-то, конечно, адаптационный период будет, когда город привыкнет к тому, что это, ну, наравне там, с правилами дорожного движения. Да, вот когда человек планирует сесть за руль, он должен зарезать свинью, порешать вопросы и... Он должен получить права, он должен сдать на права. То есть он должен понимать, по каким правилам он едет на своей машине по дороге. Ну, даже пешеход, не сдавая на права, он должен знать, что на красный не переходить. То есть точно так же и тут есть правила. Люди к ним должны привыкнуть. Вот. Но давайте об этих правилах и поговорим. Итак, то есть насколько они сложны для выполнения? На мой взгляд, совсем не сложны. То есть, ну, разумеется, я понимаю, что я смотрю со стороны дизайна, да, я как дизайнер понимаю, что это все реально, но многие пугаются, ну, знаете как, тут пугаются люди, те, кто ничего не хочет менять, те, кто так проще, ну, конечно же, проще на фасад, которому больше 100 лет, повесить кусок пластика квадратный, да, и это проще, а когда он должен будет учитывать всю архитектуру фасада, ну, конечно, ему это сложнее уже, да, но другого пути... Деньгам. Да нет. Вот в нашей рабочей группе Максим Голдин, он высчитал даже ради эксперимента, если заменить эту большую пластиковую коробку на отдельно стоящие буквы с таким же световым решением, то это будет даже дешевле. То есть не всегда по деньгам это будет дороже. И... Нет, это... Ну и все-таки, после совещания этой рабочей группы, к чему вы призываете тех, кто имеет так называемые вывески или наружную рекламу именно на фасадах? По крайней мере, сейчас об этом. Да, призываем, во-первых, их узаконить. Потому что вот сейчас такая ситуация, она немножко на руку. Она не хорошая, но она вот в данном случае на руку. Она у нас... Не то, что большинство, а, наверное, процентов 80-90, не знаю, этой цифры, незаконной рекламы на фасадах. То есть люди зачастую даже не знают, они просто приходят, вот есть у них магазин, они вешают все, что угодно. На самом деле, если это реклама, ее нужно узаконить. То есть это дозвол, разрешение, собрать подписи. Сколько сейчас по времени, не буду говорить о цене вопроса, сколько сейчас по времени стоит, чтобы собрать вот весь перечень документов и... узаконить? Да, ну теоретически это можно сделать за неделю-две, ну то есть там 10 дней есть у департамента рекламы. Не буду говорить сроки, это не совсем моя часть, ну о том, чтобы сделать это разрешение. Да, там еще есть этап согласования с Киевом, там есть этап, ну это все в зависимости от зоны, где расположены эти фасады. Но это реально, это правильно. Я понимаю, что есть некоторые сложности именно с узаконением. Мы будем пытаться их упростить. Вот я буду пытаться на это влиять, чтобы там, перевести в электронный вид часть, да, чтобы избавиться, может быть, от согласования, от какого-то согласования Киева, которое очень долго, там месяцами держит у себя документы, ничего с ними не делая. Ну, будем пытаться это тоже устранить, но это такая, это часть это практическая. А если говорить о принципах, которые у наших, то вот. Раньше их не было. То есть человек, согласовывающий рекламу, вот у главного художника, он нарисовал все, что угодно, и ему подписали то, что понравится. Сидит главный художник и говорит, ну, мне что-то не сильно нравится. Он говорит, а если я вот так вот чуть-чуть вот сюда вот уменьшу? Он говорит, ну, хорошо, тогда давай, и мне понравится. Ну, вот эти принципы позволили уйти от этого субъективного мнения, то есть располагать рекламу четко в тех местах, где это возможно. То есть это означает, что не загораживать элементы фасада, не двери, окна, лепнину, ну и так далее. Там же. И вот нет, абсолютно мы ушли от субъективного мнения, а только зоны, где возможно размещать рекламу. А уже в пределах этих зон он может размещать все, что хочет. Да, вот тут уже дизайн. Не могу не спросить, что-то сразу вспоминается герой, один из героев Аркадия Райкина, он там кавказец такой, приходит к чиновнику и говорит, сущий, подпищий, да? Да. Как часто вообще приносят конверты? Часто. А как часто берете?
Пока не поймали. Ну, достаточно. Ну, хорошо, то есть смотрите, если. Я готов ответить. Это интересный вопрос, он правильный. Я готов на него много отвечать. Я ничего ни разу не взял. И, может быть, я просто не знаю той суммы, которая там лежит в конверте. А какие. Не знаю. В каких ценовых диапазонах? Ну, вот вообще. Вот не знаю, честно. Ну, конверты. Приносят и уносят, так я понимаю? Да, да, я к ним не прикасаюсь. Это... Причем приносят даже тогда, когда мы решили, что реклама может быть вот такой, и мне она нравится, она устраивает наши принципы, и все равно дадут конверт. Вот я уже тут не понимаю, зачем, потому что, что, из уважения? Есть ли у вас штат подчиненных, и чем они заняты? Нет, нет. То есть вот вы один. Если, не дай бог, главный художник Днепра на больничном, кто ставит резолюцию? Очень важно. Один из замов главного архитектора. Я зам главного архитектора. Если нет, то есть другие замы. Не болел еще, не знаю. Я вот в главном архитектурном управлении, художник, там, да, у которого может быть что-то там, кто-то в подчинении, нет. Я один, но я не один, нас много, потому что есть некая рабочая команда Днепродизайн, дизайнеры Днепра, и мы вот собрались люди, которые не безразличен город, и это вот, может быть, звучит немножко, ну, пафосно. Банально и пафосно, да, но это реально не безразличен город. Это люди, профессиональные дизайнеры, которые действительно понимают, каким он может быть, да, и мы пытаемся это сделать. Мы написали, ну, то есть можно произносить имена, но... Как можно попасть в вашу команду незапятнанных людей, которые хотят строить настоящий? Без проблем. Я регулярно в Фейсбуке пишу о том, что, ребята, приходите, вот мы делаем это. Кроме этих принципов, которые мы написали, мы просто еще занимаемся брендингом города, логотип пытаемся развивать и продвигать, ну и так далее. Там много вещей. То есть можно искать через Фейсбук. Да. Планы на будущее. Несколько слов в любом случае. То есть, если мы уже поговорили о фасадах, то дальше, наверное, все-таки как-то надо упорядочить и наружную рекламу. Ну вот именно, да. То есть следующие документы, которые уже думаются, уже разрабатываются, это правило размещения МАФов, торговых МАФов. И в дальнейшем это наружная реклама, отдельно стоящие конструкции. Бигборды, ситилайты, вот это да, все. Да, это тоже очень важный момент. Мы понимаем, что они стоят слишком часто, не слишком часто. То есть, ну, просто убрать нельзя. Потому что поссоритесь с уважаемыми людьми? Нет, это нелогично. То есть, просто убрать, а почему? То есть, как у всех, у всего должна быть логика какая-то, да? То есть, возможно, то есть убрать только в какой-то зоне, где не должны находиться там больше, чаще, чем 200 метров, да? Ну, пожалуйста, вот в этой зоне 200 метров нельзя. То есть, ну, от рекламы невозможно избавиться. Это, ну, перекрыть кислород. Это и двигатель прогресса. Это взорвется. Как часто мэр города или его зама вызывают вас на ковер? И бывают ли такие ситуации? Редко. Но метко. Ну, может, не хотелось чаще. Тогда предлагаю в нашем разговоре все-таки поставить троеточие. То есть вы в начале пути, и, знаете, цыплят по осени считают. Сейчас осень, но давайте поговорим следующей осенью, буквально там через год, о каких-то конкретных результатах. Я бы очень хотел эти результаты. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Сергій Білий, головний художник Дніпра.